начинайте готовиться. 26 декабря 2019 будет солнечное затмение, которое ознаменует зимний коридор затмений. И завершится это все 10 января лунным затмением. Затмения влияют не только на нас, людей, но и на всю планету в целом. Когда затмения идут одно за другим, их влияние усиливается в разы. События, происходящие во время коридора затмений, могут оказаться судьбоносными и необратимыми, закладывая фундамент на последующие 18 лет. Влияние затмений сказывается в течение 7 дней до и после затмений, поэтому придерживайтесь тех же правил и неделю спустя после затмения. Отложите принятие решений, подписание договоров, контрактов, крупного инвестирования. Внимательно прислушайтесь к внутреннему голосу. В этот период надо избавляться от обид, претензий, вредных привычек, долгов, плохих установок, устаревших взглядов. Делайте людям добро, подарки, пожертвования, добрые поступки. Помиритесь с тем, кого хотите видеть в жизни на много лет вперед. Неразрешенные конфликты должны решиться. Ищите в это время партнеров, единомышленников, тех людей, с которыми вы можете реализоваться. Записывайте грандиозные цели свои и материализуйте их, они должны исполниться. Начинайте духовные практики на оздоровление, омоложение, на изобилие. Сделайте себе подарок, начните новую жизнь, потому что многие не решаются ее начать. Также можно приобретать в этот период вещи. Они должны быть и по хорошей цене вам, и долго служить. Так что такие основные в коридор затмений правила. Придерживайтесь их, да будет вам удача. Вот так вот оно на сайте официальном. Солнечное затмение. Это кольцеобразное, 132 Сароса, максимальную фазу которого можно наблюдать на Аравийском полуострове в Индии и Индонезии. Видите, тут путь вот проложен этого солнечного затмения. И начнется оно, пишут, на территории Саудовской Аравии, вблизи побережья Персидского залива, Омана, по акватории Аравийского моря. В бывшем СССР это Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, большая часть Северного Кавказа, Нижнее Поволжье, Южный Урал, Юг Сибири и Дальнего Востока, на Крайнем Востоке Африки, в западной части Австралии, там сейчас тепло, и западной части Тихого океана. Ну, видите, тут основные, где будут такие длительность, значит, будет 3 часа 40 минут, ширина тени 118 километров. Идти тень будет кольцеобразная. И вот тут вот сейчас вот смотрите, как видео вот идет оно, смотрите. Тень, вот видите, вот эта тень накрывает, вот так вот она идет. И уходит. Сейчас еще раз запустим. Смотрите. Вот так вот оно идет. Там пройдет по континентам. Фактически чуть-чуть нам не хватает, чтобы получить это затмение. Но оно все равно будет действовать на всю планету. На все страны. Так что загадывайте свои желания, изменяйте свою жизнь. И смотрите другие интересные видео на YouTube-канале.